Вообще тоже, видите, здесь опять же колодец просто на... Ну, как бы вода же должна стекать, да. Вот. На дорожке на этой. Ну, это, да, тут же вода должна стекать, но это было... Представляете, как не просто было бы это все вырыть, понимаете? Это для нее все это легко. А для человека это было бы абсолютно сложно. Вырыть вот такое все, да, и на такую дорожку проделать, вот это все, чтобы не сломалось ничего. Тут купол-то... Ну, ладно, купол сделали. Кстати, подниматься-то у ее сейчас. Ой, тиквашечка хорошенькая, это девочка. Ну, может, мать-мальчик, ну, пусть будет девочка. У меня бывает, я не знаю почему, я начинаю говорить, ой, хорошие девочки, у меня все собачки, кошечки, у меня все девочки. Вот. А чипки бывают еще и мальчиками почему-то. Так. Ну, люблю я лазать, короче, по всяким рокам. И вот смотрите, ой, а сколько у нас тут скоб. Вообще. Люблю я лазать по этим, по холмам, чтобы залезть на рокку. Но сегодня у нас такая программа, ребятушки, как бы, видите, как стена из ничего, да, потом появляется это, как сказать, кладка. Вот, тут дырочки у нас. Короче, как его... Решила я вот на рокку, я вот на нее уже смотрю месяц. Вот, и поэтому почему бы и нет, да, называется. Вот по идее можно было бы здесь. То, что она же, вы знаете, она закрыта. И может получиться так, что я сейчас дойду до какой-нибудь стены. Видите, какой тоже прирост тут. Вот, и в какой-то момент страда закончится. Но, во всяком случае, вы увидите это в прямом эфире. Ну как в прямом? Ну практически, я же в быстрое видео заливаю. Вот. Сейчас, пацаны, куда-нибудь зайду. Просто когда мы, помните, уезжали, я сделала короткое видео уже с автострады. Вот это типа Азизи, да? Вот. Я вдруг увидела, что наверху есть еще что-то. Я ему говорю, слушай, тут, оказывается, не только Сан-Франческо-то, да, а тут еще что-то есть. И стала читать, и действительно, у нас математика, что ли? И действительно увидела, что есть рокко. Не рокко, я думала Костелло вообще-то, но замок, а на самом деле рокко. Вот они еще как-то отличают рокко и Костелло, блин. Эти стены ниоткуда выходят. Вот. Ну так, это для разнообразия, чтобы не только ходить там скобы снимать. Схожу и все, поставлю галочку. Фух. А, есть сюда подход. Бляха-муха. Смотрите, как острота. Тут вообще тоже опять все наискосок сейчас по диагонали. И все-таки больше скоб и вообще чугунных изделий там, где человек живет. Там, где как бы... Хотя нет, я на горах, в горах тоже я снимала скобы. Но все равно вот очень большое количество именно и близко именно к церквям. Вот. Все-таки что-то как-то с этим должно быть связано. Аденда агрикола. Кстати, у нас здесь... Это центр, где Умбрия, Тоскана, самый сильный сатанизм, между прочим. Именно здесь они вот это занимаются жертвоприношениями. Видите, сначала там ласточки орали, а теперь орут вороны. Внимание. Внимание, оно как бы не закрыто. А, дырка, видите, тут дырка. Ну, сходим, что? Интересно же.
Блин, я вообще одна поперлась. Меник, он уже не хочет тоже со мной ходить, потому что он понимает, что ему не выдержать. У него так ноги болят. Фух, видите, как стены, да, кстати, выпукло. Но если дорога есть, вот опять же, это видите, как бы корка. Корка это не человеческая. Асфальт это корка ее. Ну вот там, слава богу, идет тетенька. Главное, чтобы не собачками. Ну, потому что, извините, я собачек обожаю всех, но просто побаиваюсь иногда. Ну, люди идут. Ой, как поют, да? Ой, блин. Тоже над головой. Куда прёшься, да? Чёрно. Я уже всё, вся сырая, короче. Чёрно. Фабио научил меня здороваться со всеми, короче. Рядом кого встречаешь. В общем, Фабио мне послали небеса. Ребятушки, чтобы я, это вы там по молитве там читали, чтобы мне послали такого, значит, можно сказать, Сан-Франческо, блин. Хотя он не любит вообще церковь, но он сам, честно говоря, такой человек, это, что нужно все добротой, что нужно все по-доброму, да. Вот. И вот, постречалась ему такой человек, который его все-таки учит. Я его ничего не учу. В смысле, я ему показываю, что я, если мне подставляют щеку, то я бью со всего размаху. То есть нет, не то, что мне подставляют щеку. В смысле, блин, вообще ужас, да? Вот моя сущность-то настоящая, да? Короче, он смиренный, а я нет, вот. Он смирился с жизненными сервисами. Ну как? Я тоже, знаете, что если бы я не смирялась с обстоятельствами, меня уже давно не было бы. Понимаете? Вот. Поэтому прям так говорить, что. Но. Женщины вообще агрессивные, что поделать. Тем более я дочка своей мамы. У меня мама вообще просто ужас. Как была, так и осталась. Так, ну что? Вот, еще подниматься туда. Вот оно. Можно вот здесь, может, подняться, не знаю. Ну, можно к ней еще подняться. Давайте, там она вся из мрамора. Дойдем. Смотрите, чугун торчит. Видите? Ну, многие люди идут туда, эти, там, может быть, есть где постоять. Ну, как же, помните, вот этот, как этот называется город-то, который мы около Турина-то посетили? Тут что-то деревья без листьев, да, кстати? Сейчас не могу говорить, потому что занята дыханием. Ну еще можно как-то куда-то пойти. Но потом дорога закончится, ребятушки. Ой, там еще одна, смотрите. Там еще одна. Напротив, да? Красиво, да? Красиво, красиво. Красиво. Фу, бар. Даже есть бар. Так, сейчас посмотрим, что там написано. Бар. Бар туда куда-то. Где-то есть бар.
Так. Ну тут место скоб, дырочки, да? То есть скобы уже ушли отсюда. Здесь эту штуку она оставила. Так, ингрессо, ТТТ, билетерия. Но она закрыта сейчас. Давайте туда зайдем, а потом посмотрим там. Скорее всего, написано, что она временно закрыта. Видите, тут место скоб. Одни дырочки, да, получаются? Вот, я все-таки люблю подняться на самый верх. Страдать. Мне надо подняться все-таки. Ребятушки, есть такой моментик насчет вот этого музея. Там я прочитала в информации, что это вот открыл Месснер, да? А Месснер — это самый вообще, это мировая известность в мире альпинизма. Он был на Эвересте, я не знаю. Один раз он на Джомолунгму залезал, вот прямо на самую ту верхнюю точку, да, там, или нет. Но факт то, что он вот с Тироля, он откуда-то вот с этих мест как раз, может даже с Бруника, не знаю, вот. И он открыл музей, понимаете, музей гор называется там, я потом увидела. То есть вообще экспозиции, скорее всего, то, что он там, что ему приносили, что купил, знаете, все с Тибета, да? Вот. И там она постоянно, как бы там постоянно все это. Это не временная экспозиция, понимаете? Вот. Я просто хотела ответить вчера, просто меня спросили, там временная или постоянно. Посмотрите, какая стена, да, видите? То есть это как бы верхняя. То есть отсюда, может быть, начиналась. Закрутилась наверх и отмерла, не знаю. Знаете, как цветок тоже. Первый же. О, так там можно подняться. Вот. В общем, там этот Тибет, вообще там музей гор. Там еще есть же, я же там показывала, отдел и Червино. Червино — это там, где Фабио. Он мне никак не хочет. Он говорит, что Червино 1400-500, что... То есть... Как бы это мне рано еще на Червино. Видите, это столбы роста торчат. Да, везде, видите? Везде столбы роста. Вот, кубы такие. И дело в том, что... как его? Блин, у меня была мысль. Я ее потеряла. Я как-то хотела связать этот музей, блин, с этим, со всем, что я показываю. Вот. Но что-то у меня ушло. С Месснером я тоже... Я его знала, ребятушки. Я не знала, я только-только приехала в Италию там. Просто, короче, не умела еще. Он со мной ни по-итальянски, ни по какому. Он знает много языков. Вот. В общем, дело в том, что... как сказать... Мне пришлось с ним... То есть у меня был случай с ним общаться, но я не могла с ним общаться, потому что я... Не знала язык, понимаете? Как они туда зашли, я не знаю. Вот. Залезли как-то. Так, вот сейчас мы посмотрим на Сан-Франческо. И все, здесь кто-то как-то залезает туда. Но непонятно как. Мы не будем. Без Фабио я не буду это делать. Так. Вот у нас Сан-Франческо этот. Наш базилик. Но вот одна скобка все-таки у нас тут есть. Не скобка, а чугунные эти. И это не наше. Это... Посмотрите. Ой, посмотрите, что тут. Знаете, глядите, прямо в этой штуке. Видите? Вот. Хоть чуть-чуть, но мы нашли. Видите, туда можно было бы залезть, но я говорю, без Фабио я не буду даже рисковать. А так посмотрим на поля. Вот. И пойдем уже. Все, я отметилась на ней. И больше не буду. Видите, стена идет тоже. А кажется, Сан-Франческо таким простеньким, да, по сравнению с этим наверху, да?
Хотя там, я вам показывала, вы смотрите, как ширма видна, да, хорошо? Надо же, каким он маленьким кажется, это вообще невероятно. Видите, рядышки стена идет, посмотрите, посмотрите, видите? Видите? Стена, видите? Вот. Она как бы заросла травой. Что, ну ладно, ребятушки, все. Ну ладно, я тут сейчас пройду. Может быть, есть какой-то проход. Ну там машина стоит. Там, скорее всего, рабочие. Это, наверное, стоят. Они просто люди. Ну ладно, это могут быть наши поставили лампы. Видите? Вполне возможно, чтобы освещался. Но она красиво освещается. Да. И какой большой, да, здесь вообще этот. Большая площадь, да? Здесь провалюсь куда-нибудь. Арка торчит, да, видите? То есть, представляете, какое... Тут же все соединяется. То есть, вот это вот все идет к городу, все там туннели под всем этим, понимаете? Под всем этим, под всей дорогой. Вот. В общем, такие пирожки. Ну, неохота делать фотографию, когда тут стоит этот экран. Даже маме не понравится. А, вот они где зашли. Видите, вот там есть проход. Видите? Давайте посмотрим. А, они работают там, ребятушки. Застучали. Ну, а если уж закрыто, так закрыто, понимаете? Тем более, там есть люди, которые работают. Ладно бы никого не было, да? Можно было бы нарушить. Ну, увидели бы то же самое, господи. Только еще получше. Ну, ладно. Это... Подняла я вас выше всех церквей. И вот посмотрите, насколько идет стена, да? Это просто невероятно. Вот, посмотрите. Невероятно. Как видно отсюда. Это просто... Это вот все паутина стен. Понимаете? Паутина стен. Невероятно, как велика китайская стена, да? Вот. Так, ну ладно, ребятушки, у меня 18 минут, сейчас я другое включу. Вот, пока-пока.